Партия снова ушла в подполье, речь про следа, речь Финляндии, но ни чердак, ни шалаш, ни поле вождя не дадут, а в белой потерях Ленина не видно, но он тут, потому работа движется как видно, направляющая ленинская мысль. Видно, ведущая ленинская рука. И когда осталось на баррикады выйти, день наметив предунитель, Ленин сам явился в Питер. Товарищи, довольно тянуть канитель! Когда я и тоже все, что прожил, и роюсь в днях ярчайших дел, я вспоминаю одно и то же. 25-е, первый день. Штыками дышится чирканьем он. Матросы в бомбы играют, как мячики. От гула дрожит. В патронных лентах внизу пулеметчики, откуда дрожи, взбудораженный смольный, в патронных лентах внизу пулеметчики, как вызывает товарищ Сталин. Yeah.
ворочал людей, носил до миллиардов полутора. Он взвешивал мир в течение ночи, а утро. Всем это продам кровью пьяным рабам всякого рода, в рабство богатым подданным. Власть советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным. И если едите на общий завод ли, идем с обеда, мы знаем про летариат, победите, и Ленина рога не за дар победы, а от Коминтерна до звонких копеек серпом и молотом новой меди. Одна неписанная эпопея шагов Ильича Победы! Третий гуманистический интернационал. Слово товарищу. Партия текущего 919 года
Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал третий коммунистический интернационал. Союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах. Первый интернационал, основанный Марксом, существовал с 1954 по 1972 год. Поражение геройских политических рабочих знаменитой парижской коммуны означало конец этого интернационала. Он не забываем, он вечен в истории борьбы рабочих за свое освобождение. Он заложил фундамент того здания Всемирной Социалистической Республики, которые мы имеем теперь счастье строить. Второй интернационал существовал с 1989 по 1914 год до войны. Это время было временем наиболее спокойного и мирного развития капитализма, временем без великих революций. Рабочие движения окрепло и возмужало за это время в ряде стран. Но вожди рабочие в большинстве партий, привыкнув к мирному времени, потеряли способность к революционной борьбе. Когда началась в 1914 году война, залившая землю кровью в течение 4 лет, война между капиталистами и стремежа прибыли из-за власти над малыми, слабыми народами, эти социалисты перешли на сторону своих правительств. Они изменили работу. Они помогли затянуть бойню. Они стали врагами социализма. Они перешли на сторону капиталистов. Массы рабочих отвернулись от этих изменников социалистов. Во всем мире начался поворот в революционной борьбе. Война показала, что капитализм погиб. Ему на смену идет новый порядок. Старое слово «социализм» опозорили изменники социализма. Теперь рабочие, оставшиеся верными делу свержения дикого капитала, называют себя коммунистами. Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Совета. Мы свой снаряд,
Заря единой местью. Эй, ты псалмок и ты дымится пароход. Заря единой местью. Эй, православный веселится дымится пароход. И быстрее жуче воли не ожидать нетерпенье. Эй, православный веселится пароход. На паровоз и жуче воли не ожидать нетерпенье. Эй, веселится и ликуется пароход. На паровоз и веселится и ликуется не ожидать нетерпенье. Веселится и ликуется пароход. На паровоз и веселится и ликуется не ожидать нетерпенье. Веселится и ликуется пароход. Стой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Наш паровоз вперед летит, наш паровоз не вперед летит. Никто и никто.
на бока. А потом, добивши бурю разозлённую, сядьте, чтобы солнце близ. И счищаешь воду разлить. Бороду зелёную, а именно смоленовую свет. Земля над Ленином чещёт, чтобы плыть революцию дальше. Я боюсь этих строчек тысячи, как мальчишкой боюсь фальши. Россияю головою венчик, я Россияю головою венчик, я лещу руку, чтобы человечище не я боюсь, что в шествии и мавзолей поклонений установленный статут не залили приторный статут елеем Ленинская статут. Все, 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 все
что такое советская власть. Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее привлекающей к себе рабочих. Это поместье капиталистов, от восстановления их власти надо создать великую Красную Армию труда. Управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. И то в массовом числе как раз те классы, которых капиталистов не дал. Даже самой демократической, даже самой свободной республики, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государство всегда управляет небольшое место. Построено у нас в России таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и эти советы передаются всякому. Совет стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были исследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть неизвестный талисман. Она неизвестивает страну от недостатка прошлого, от безграмотности. Но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки.
все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный нашими трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Дорогие трудящиеся, поместники и капиталисты говорят, рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас. Yeah.
снова на поток. Сила кругами шире расходятся миру. Мысли уже над трубами, чудовищные рощи, руки миллионов, нажим, древко. Красным знаменем Красная площадь вверх взвивается с каждым рывком.
судьбой, проклятием заклеймённый. Весь мир голодных и рабов, хипит наш разум возмущённый, из этой болезни готов. Весь мир насилием и разрушим, голосовая за кем. Мы наш, мы новый мир построим, кто был, нефть это станет всем. Это есть наш последний и решительный бой. Сын ненационала воспрянет род людской. Ай-яй-яй-яй! Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своею собственной рукой. Там свергнуть гнет рукой умелой, отвоевать свое добро. Давайте горный пыль смело, пока железо горячо. Это есть наш последний и решительный бой. Сын, сын национал, воспрянет род людской. Ай-яй-яй-яй! Довольно кровь создать в мире тюрьмой, налогом нищетой. У вас все власти блага мира, а наше право звук пустой. Мы мир построим по-иному, и вот наш лозунг боевой. Делай народу трудовому, удар военных всех долой. Это есть наш последний и решительный бой. Сын, сын национал, воспрянет род людской. Ай-яй-яй-яй! Это есть наш последний и решительный бой. Сын, сын национал, воспрянет род дальнобойщики из Химок, которые больше двух месяцев сейчас протестуют против Платона и тоже выступают за права человека, за свободу. И они, как я узнала, поддерживают Эльдара, сейчас готовы выступить. К сожалению, фамилии не знаю. Лёша, Женя, Сергей. Прошу на сцену. Спасибо большое, что приехали. Приветствую вас, москвичи! Я вижу здесь свободных людей.
Я рад, что у нас еще остались свободные люди, которые свободно думают и мыслят. Это очень хорошо. У нас экономический, конечно, протест, но мы выступаем за сохранение и за соблюдение нашей Конституции. Все эти репрессии политические, направленные против нашего собственного народа, они недопустимы. Мы все прекрасно видим, как каждый божий день идет пресс против нас. Против дальнобойщиков в Химках, которые мы стоим там. Вы все прекрасно знаете, смотрите в соцсетях, вы активные интернет-пользователи. Пресс на улицах, которые люди выходят на митинги, высказывают свою точку зрения, высказывают свое мнение. Они не слышат нас. А мы хотим, чтобы они нас услышали в первую очередь. Нарушение наших прав, нарушение наших свобод у нас в стране. Конституция, которая была полита кровью, недопустимы! Я считаю, что... Вот я здесь вижу просто много всяких флагов, много всяких организаций, но мы должны выступить единым фронтом, чтобы они нас услышали, чтобы они нас увидели. Народ есть. Почему они не слышат народ? Потому что они боятся нас. Совершенно верно. В единстве сила, друзья. Жень, будешь скажешь что-нибудь? Что хочу сказать. По стране езжу с 95-го года, вижу, что происходит. Если заводы какие строятся, они все иностранные. Понимаю, что виноват Путин, правительство. Рискую своей свободой, но не боюсь говорить. Понимаю, что... Каждый сам себе должен отдавать отчет, кто он в этой стране. Больше нечего сказать. Вперед, вперед, плешивые стада, дети полка и внуки саркофага. Сплотимся гордо в круг родного флага. И пусть кипит утекшая вода. Застыл чугун над буйной головой, упал в бурьян корабль без капитана. Ну что ж ты спишь, проснись, проснись, охрана. А то мне в душу влезет бомбовой. На самом деле надо знать свою историю, которой власти нас не учат. Проблемы начались 18 января 18 года, когда свободно выбранный учитель собрания был большевиками разогнано. В Москве было расстреляно 50 человек, которые вышли на его защиту. В Питере 21 человек был расстрелян. С этого момента история нашей страны – это история сопротивления нашего народа. Это белое движение, это крестьянский протест, это власовское движение, это диссидентское движение. И сегодня это продолжается Эльдаром Датиным и другими героями, которые отстаивают свободу нашей страны. Когда бухой отряд, и как на грех разведка перемерла, покрылись мхом штыки, болты и сверла. А в небе бабы голые летят, на их грудях блестит французский крем. Они снуют с бесстыдством крокодилов. Гори, гори,
моем паникодила, а то они меня совсем. Некому будет установить порядки, распределить работу, люди в труду. Без нас все развалится, и нас все расходят. Нас прогнали, и разруха снова вернет нас в власть. Такие вещи политики специалистов не смутят, не запугают, не обманут рабочих нельзя. В армии необходимо самое строгое дисциплина.